Добрый день. Сейчас вам кратко расскажу общую настройку и установку драйверов и утилит на всю линейку ноутбуков Sony Wire. Первый этап. Заходим через браузер на сайт Sony Wire drivers.blogspot.com. Вот уберешь на сайт. Сайт можно не набирать, можно просто перейти по ссылке под видео. Переходим ко второму этапу. На сайте в меню навигация, здесь вот, выбираем нужную модель. Например, мы выбрали модель Sony Vaio VGN Z570. Находим и нажимаем. Оп, перешли. По поводу циферок, после названия серии ноутбука можно сильно не переживать, так как разница в основном в процессоре, в оперативной памяти, емкости жесткого диска или емкости SSD. Третий этап. Читаем описание, знакомимся, что, где и как. Ну и самое важное. Знакомимся с последовательностью установки. Это самое важное для ноутбуков Sony Live. Если не соблюдать последовательность установки, то вероятность того, что не будут работать горячие кнопочки FM, кнопочки яркости, громкости, переключения экранов и другие мультимедийные кнопочки, ну, большая вероятность, что не будут работать. Поэтому основное, это нужно соблюдать вот эту последовательность. Нельзя никакие пункты пропускать. Это будет гарантировать правильную работу вашего ноутбука. Четвертый этап. Специально для вас я подготовил полный набор драйверов и утилит для вашего ноутбука. Вы, конечно, можете сами скачать на официальном сайте Sony Driver, но Sony почему-то плохо позаботилась о своих клиентах. Потому что что-то найти на сайте очень сложно. Очень часто те драйверы, которые предлагает Sony, или не устанавливаются, или не подходят для конкретного ноутбука, что очень странно. Поэтому, повторяюсь, выбор, где скачивать драйвер, остается за вами. Все, всем спасибо.